У нас 29 июня 2024 год. Вот у нас тут одна семья приехала в гости. Брат, вкратце расскажи, откуда вы прибыли? Барнаула. Барнаула, да? Как у вас семья-то называется? Ударцево. Ударцево. Ага. Вот четверо девчонок. Мы с женой. Все, понял. Давно все. Жена смотрела на ютубе ваш канал. И вот была сиюшная мечта, она попала в Потеряевку. Наконец-то. Да, только в этом году много дождей лило, и у нас комаров полно вечерами. Да, везде. Ну сейчас они поменьше, конечно, уже. Шарик, да. Его шарика называют маленькая собачка с большим сердцем. Ласковый. Да погладьте, погладьте, он не будет вас кусать. Он понятливый. На хвост только не наступайте и все. Так, ну все, слава богу. Так. А если палатку, то куда ее? А вот не знаю, надо советоваться будет. Где-то в тени, надо. Ага, ну тут тенек сложно найти, что везде на солнце. Да, через дом. Но он сейчас на голубятне у себя, вот тут. Там отдыхает, может. Ну все, слава богу за все. Сейчас будем помогать таскать. Полевое.